теплицах агрофирмы «Лаишевская» настоящее лето. Рассада уже созрела и чувствует себя прекрасно. Пора сажать овощи в открытый грунт. Здесь работники бережно выращивают разные сорта капусты, перец, огурцы и томаты. По соседству затесались и арбузы. Местные бахчевые особенно полюбились ульяновцам. Овощей в этом году в хозяйстве посадят больше обычного. Объемы у нас с прошлого года увеличились. Мы сажали по 25-30 гектар. В этом году мы до 40 гектар хотим высадить. Нам как бы спрос потребительский увеличивается. Мы стараемся идти людям навстречу, высаживать больше. Но, пожалуй, главная культура агрофирмы – картофель. Для него подготовили 200 гектаров земли. На 40 больше, чем в прошлом году. Сажают два сорта – ранний Red Lady и поздний Gala. Каждый участок земли обеспечит поливом. В арсенале хозяйства современные поливочные машины. Как отмечают агрономы, при равномерном поливе урожайность картофеля увеличивается в разы. В этом сезоне, к примеру, планируют получить 450-500 центнеров с гектара. Сажают картофель также по своей технологии. Здесь гребень маленький используем без гребнеобразователя. Мы, как показала практика в предыдущие годы, в общем, мы делали с гребнеобразователем, но картофель, он, вот земля не успевает прогреваться. Это наше мнение. Она не успевает прогреваться, и всходы мы ждем дольше обычного. Не 15-18 дней, а там 20-25 даже бывало. Сейчас земля прогревается быстрее. И при первых же всходах мы пустим уже вот окучник, у нас будет гребнеобразователь и будет уже окучивание. Сажают картофель и в других хозяйствах. Их в регионе 35. На данный момент второй хлеб посадили на площади в 424 гектара. Это чуть более 30% от плана. Работать стараются быстро. В крупных хозяйствах в две смены. Анна Тищенко, Управда ТВ.